Это реалии из жизни. Вот это был целый дом. Это был целый дом. И сюда прилетела СМС. Посмотрите. У людей был гараж. У людей была жизнь. Люди остались просто под открытым небом. И таких у нас в Мариуполе очень много. Вот. Что сюда прилетало? Огромный российский рынок, потому что дисбаланс-то еще с тем связан, что они ведь отказались очень многое нам продавать, да, от автомобилей до всякой... Этот район бомбили с самолета. Это были авиаудары. Самолет тут, как птица коршун, летал без конца. Это получается, вот в этот обстрел, когда сюда прилетело, и Рома погиб. Да, да. Мой мальчик, вообще жалко как. Ужас.